чё творим, бро? Меня зовут Сергионис. И бро, сразу же, просто сразу же переподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Supreme банду. Ведь, бати, ты же знаешь, кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, бро, тебе ж не очень нравится быть под нами. Так что быстрее подписывайся, чтобы быть самой сильной банде на Ютубе. А также сегодня со мной видео снимает Настя. Привет! И банда Денис Мандяков, который ненавидит Джейсона Вурхиса, слил нам реальный адрес его дома. Мы приехали на это место, чтобы запустить здесь свой дрон, заснять дом Джейсона и узнать все секреты, которые он прячет в нем. И еще этот анонимный мандяк рассказал, что Джейсон живет около завода, которому сегодня выдвигается пигмен, чтобы убить там всех людей. И я просто уверен, что Джейсон Вурхис и пигмен должны встретиться. И мы просто обязаны снять их встречу на мой дрон. Оба этих мандяка я уже снимал ранее. Пигмен на наших глазах сжег человека, а Джейсон Вурхис убил подростка и выбросил его труп в озеро. Также мы сняли уже 3 драки с участием Джейсона Вурхиса, где он был неоспоримым победителем. Ну и давайте, банда, под этим видео наберем 10 тысяч лайков. И тогда я сниму маску с пигмена, и мы наконец-то узнаем, кто же прячется под лицом этого мандяка. Так что, бандит, скорее ставь лайк, а также чекай описание, ведь там ссылки на все мои социальные сети, где я общаюсь с вами, банда. А еще там иногда выходит секретная информация про разных мандяков. К примеру, как адрес Джейсона Вурхиса. Так что, бандит, скорее смотри в описание, ставь лайк, а мы тем временем запускаем мой дрон. Погнали! Итак, банда, вот Настя уже подлетает к этому заводу. Именно здесь сегодня пигмен и будет совершать массовое убийство. Мы могли бы попытаться его остановить и позвонить в полицию, но кто нам поверит вообще? Если мы скажем, что на этот завод придет огромный мужик с головой свиньи убить людей, нас просто посчитают ненормальными и заблокируют наш номер. Тем не менее, банда, что если пигмен уже здесь, а мы пока что его не видим? И обрати внимание, здесь практически не видно людей. Неужели пигмен уже пришел сюда, мы все еще его не засняли? И все люди, увидевши такого огромного страшного маньяка, просто сбежали. Но почему все еще никто не вызвал полицию? Хотя, возможно, кто-то вызывал полицию, их просто посчитали ненормальными. Тем не менее, банда, нам еще предстоит облетать всю эту территорию, чтобы найти пигмена. А еще где-то здесь по соседству должен быть дом Джейсона Вурхиса. Тем не менее, я пока что вроде бы ничего страшного не вижу. Как минимум, здесь должна быть кровь после пигмена, ведь он же убивал людей. А я даже не вижу никаких кровавых отпечатков. Это очень странно, банда, но вы только посмотрите, какая же огромная территория этого завода. Давай быстро облетаем все это, уже полетим к дому Джейсона. Давай. Мне очень интересно увидеть дом Джейсона, какой же он на самом деле. Вы только посмотрите, что это. Просто жесть, я таких штук раньше не видел, как какие-то огромные здания или что это? И ни одного человека! Как будто все просто вымерли на этом заводе! И посмотрите, здесь даже есть железная дорога, то есть здесь ходят поезда! И возможно, как раз пигмен прибудет к этому месту на поезде! Ведь его дом находится за несколько сотен километров от этого завода! Хотя мне еще непонятно, почему Джейсон Вурхис, живя около этого завода, никого там не убил! Возможно, чтобы не привлекать внимание. О, точно, у него же здесь дом. Да. Если он кого-то убьет, то его будут искать. А то есть накроют весь его дом или же даже уничтожат его. Но непонятно одно, банда, как Джейсон Вурхис терпит весь шум от этого завода. Ведь все заводы зачастую очень шумные и мешают спать ночью или же даже просто жить. Почему Джейсон Вурхис все это терпит? Он мог бы уже давно сделать массовое убийство, этот завод закрыли. Но в таком случае ему придется
придется вечно прятаться, потому что его будет искать полиция. А еще я не понимаю, почему именно Пигмен едет за несколько сотен километров, чтобы убить здесь людей. Возможно, как раз Джейсон Вурхис ему это предложил. Что если они друзья и Джейсон с Пигменом объединятся, чтобы убить людей на этом заводе? О, вы только посмотрите, как много птиц, это жесть, банда. Я еще в жизни никогда такого не видел. Эти кадры просто на миллион. Тем не менее, давайте уже отлетим от этого завода и наконец-то приступим к поискам дома Джейсона Вурхиса. Очень интересно его найти и узнать, в чем же таком страшном живет Джейсон. Возможно, это даже будет не дом, а какой-то замок. Только вдумайтесь в это. И посмотри, я в этом лесу вижу какой-то дом. Это единственный дом в этой окружности. Неужели это дом Джейсона Вурхиса? Постарайся как-то максимально аккуратно подлететь, чтобы нас никто не услышал. Посмотри, там кто-то есть! Я вижу людей, но кто это? О, черт, банда, кто это такие? Это Джейсон Вурхис! Это его мама! Посмотри! О, господи, она же мертва, она привидение! Она его ругает, посмотри на это! Она реально его ругает, он просто стоит и слушает! Это такая жесть, банда, я в шоке! Что вообще происходит? Мама Джейсона Вурхиса ругает такого огромного маньяка, посмотрите на это! Господи. Это просто жесть, ну она же мертва, как она здесь оказалась? Возможно, это реально привидение, банда! Тем не менее, посмотрите, он просто стоит... Она его ударила! Она его бьет! Просто посмотрите на это, банда, что за жесть? Он просто стоит и терпит это, он же не может ударить свою маму. Это просто ужас, банда, я в таком шоке. Это по-настоящему легендарные кадры, никто ранее такого не видел в реальной жизни. Настоящая мама Джейсона Вурхиса, да еще она его ругает. Но как я знаю, его мама вроде бы подстрекатель, она говорит ему, кого убить. И возможно, на этот раз она говорит ему убить Пигмена. И посмотрите, куда она уходит? Что с троном? Она исчезла! Куда посмотри она на это, банда, просто жесть! Джейсон свалился ног и просто со всей злости бьет землю! Похоже, он очень злится на свою маму, но ничего не может сделать! Он такой злой, просто посмотрите на него! Господи, мы реально сняли маму Джейсона Вурхиса! Такого вы точно нигде не увидите! Скорее ставьте лайк, банда, за это! Мне просто в это не верится, банда, реальная мама Джейсона Вурхиса. Только гляньте, как он злой, он теперь куда-то уходит. Похоже, что это здание, которое сзади него как раз и есть его дом. И было бы очень интересно залезть в этот дом на ночь. То есть остаться на ночь в доме Джейсона Вурхиса. Вдумайтесь в это. Это очень опасно. Если, банда, вы вдруг это хотите, то обязательно пишите об этом в комментариях. Но тем не менее, Джейсон Вурхис куда-то уходит. О, черт, какой же он злой. Это просто жесть. Он своей мачете разрубивает все деревья. Тем не менее, банда, куда он вообще держит путь? Неужели он собирается найти Пигмена, чтобы начать с ним драку? Только вдумайтесь в это! Тем не менее, интересно, где же сейчас Пигмен? Куда он ушел? Возможно, Пигмен даже все еще не приехал. Похоже, что он идет к железной дороге, ведь я вижу поезд. Возможно, Пигмен реально приедет на поезде к этому месту. Тем не менее, банда, я так сильно переживаю за их драку, ведь эта драка будет точно не на жизнь, а на смерть. Не знаю, как вы, но я больше болею за Джейсона Вурхиса. Это мой любимый маньяк. Надеюсь, что он победит Пигмена. Но давайте уже поищем Пигмена. Тем более, здесь стоит какой-то поезд. И тем более, он грузовой. Возможно, Пигмен как раз мог на нем переехать. Там нету людей. Посмотри, Сереж. О, черт, это он, банда. Это Пигмен. Посмотрите, это свиная голова. Я ее знаю из тысяч. Это реально он. И он идет своей любимой пилой, банда. Вы видите, это просто жесть. Он куда-то идет. О, черт. Неужели он сам идет к Джейсону Вурхису? Там какой-то туннель. К этому туннелю шел Джейсон Вурхис. О, черт. Посмотрите, он останавливается. Что он там увидел? О, господи, это Джейсон Вурхис. Посмотрите.
команда, просто посмотрите! И Джейсон бежит на него, ты видишь это? Пикмен забудет свою пилу! Это просто жесть! Банда, гляньте! Джейсон промахнулся! Я просто в шоке! Банда, их драка началась! Гляньте на это, они реально дерутся! Джейсон Вургис против Пикмена! Пикмен попал по нему своей пилой, ты видела? Да, я видела в руку! О, черт, банда, похоже, пила Пикмена застряла в земле! Но он смог ее достать и выпотмочить Джейсона! Посмотри, что они творят, это жесть, банда! Я просто в шоке, они выбросили пилу! О, черт, на! Получай, Джейсон! Пикмен просто жестко его ударил! Он его добивает ногой, ты видишь это? Это просто жесть! И посмотри, что он творит, у него заваливает! На, Пикмен, получай! Джейсон просто его добивает, вы видите это, банда? О, черт, я в таком шоке, настоящий бой двух маньяков! Это реально очень жесткий бой, вы только посмотрите! Драка не на жизнь, а на смерть, они реально могут друг друга убить! Эти два маньяка самые сумасшедшие, которых я только знаю! И они начали между собой драку, просто вдумайтесь в это! Просто посмотрите на их сумасшедшую драку, банды! Мне кажется, что Пикмен немного сильнее Джейсона! Там еще этот поезд поехал, ты видишь? Это просто жесть, какая стрёмная картина, банда, я в шоке! Два маньяка дерутся около железной дороги, вы вообще в это верите? Я просто в шоке, банда, посмотрите! Это явно бой не на жизнь, а на смерть! Они оба хотят друг друга убить, чтобы не мешать своим злодеяниям! И кто-то из них один сегодня точно погибнет! Просто посмотрите на эту жесть, банда, гляньте, что творит Джейсон! Он его практически вырубил, вы видели это? Просто какая-то жесть! Это реальный бой, банда, я в шоке! Они дерутся просто ужасно, они хотят убить друг друга! И глянь, что творит Джейсон! О, черт, банда, просто какая-то жесть! Гляньте, что они творят! Джейсон заваливает Пикмена, ты видишь? Пикмен его отбивает! О, черт, банда, что они творят? Я в шоке! Видно, что они уже обоя выдохлись! Вы просто посмотрите! Джейсон завалил Пикмена и добивает его! Он его дальше добивает, просто жесть! И снимает свою цепь и душит Пикмена! Вы просто посмотрите на это, банда, полная жесть! Он сейчас задушит Пикмена навсегда! Я просто в шоке, банда, вы видите это? Это такая жесть, он его убил! Пикмен просто упал, и Джейсон тоже свалился без сознания! Я в таком шоке, банда, это настоящий бой среди двух маньяков! Но кто из них победитель, я без понятия, они оба просто лежат, и гляньте! Это так крипово выглядит, банда, я просто в шоке! Тем не менее, надо быстрее отсюда улетать, пока еще не поздно! Пишите в комментариях, чей бой вы еще хотите, и вот коммент из-под прошлого видео! Просто вглядись, какие они шикарные! Шикарные, идеальнейшие комментарии! Ну а бро, если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь что тебе нужно, это опуститься ниже, нажать лайк, колокольчик и все, бро, ты уже в новом видео! Лайк, колокол, коммент, и ты в моем видео бандит! И помни одно, оставайся таким же шикарным! Пока!